Друзья, привет! Это первый уровень. Мы продолжаем проходить Blood. И сейчас за окном у меня, например, глубокая ночь. И знаете, это даже очень в тему. Почему? Потому что вообще рекомендую Blood проходить именно в вечернее время, либо в ночное. Проходим мы уже, получается, четвертый эпизод. И атмосфера вот этого уровня, мне кажется, больше подходит под какой-то хоррор. И это прекрасно. В комментариях у нас люди, которые, как правило, играли в эту игрушку, уже знающие, пишут, подсказывают, когда в Бладе мы сталкиваемся с какими-то пасхалками. В том числе и по фильмам. Так что это очень круто, что у нас такие зрители есть, которые подсказывают. Так. Жалко, что оружие закончилось. Давайте попробуем. Кукла Вуду. Кукла Вуду справилась отлично. Так, еще одна горгулья. Так, и здесь справились. Да, оружия что-то у нас особо-то и нету. Ну давайте, ладно, возьмем вот это хотя бы. Зомбаки мочат мирных людей, как всегда. Так, давайте еще раз сарай этот откроем. Так, там не только он. Там еще и монахи. Монахи, кажется, сами себя подзорвали. Патрончики. Всегда хорошо. Так, на второй этаж нам предлагают подняться. Ну, давайте проверим. Вот еще одна отсылочка. Если мы нажимаем действие, слышите, да, какой своеобразный звук доносится. Ну, прикольно, прикольно. Так, ну там же мы не все обследовали. Давайте все-таки посмотрим, что тут находится. А здесь патрончики, кстати, находятся. Ну и тупичок. Ладно. К своему стыду, я забыл, как в маске хоррор называется. Вот что-то крутится в голове, но забыл. Если есть желающие, в комментарии можете написать. Тоже старенький хоррор. Джейсон, что ли? Или как-то так. Ну, в общем, если не лень, напишите в комментариях.
тоже отсылочка к такому классическому американскому фильму ужасов. Так, ну это плохо. А вот это хорошо. Так, толстяк, ну не хочется на тебя. Вот это неудачно было. Толстяк почему-то убегает от нас. Патрончики. Так, зомбяк. Ну-ка отстань от мирного. Слушайте, а там песик стоит, я его даже не заметил. Так, ну давайте сначала сюда зайдем. Что у нас тут? Может, тут секретик какой-то? Ну, секретика нету. Комната с монахами. Так, чувак, ну отойди отсюда. Ну реально, он бегает, только мешается. Хотя бы отвлек внимание. Уже хорошо. Сколько их там монахов? Вы слышите, это, наверное, безумие. Здесь вроде бы мы ничего не пропускаем. Минус. Там еще темный монах, которого надо остерегаться. Хорошо, что они патрончики дают, поэтому дробовичок у нас есть. Это очень хорошо. Попадаем мы в какое-то поместье. Видимо, здесь будет основной замес. Так, а наверху-то точно никого нет? Я уверен, что кто-то есть. Ну, почему-то нет никого, ладно. Ну, а здесь? Жалко, у меня только этот динамит есть. Давайте тогда откроем. Ну да, так и знал, что тут
Тоже монах сидит. Да нет, выходим опять в лес. Ой-ой-ой, ребятки. С вами не очень хочется связываться. А где второй? Вот и второй. Ключей по-прежнему, кстати, у нас нету. Ну что, опять броним по лесу. Ну, тебя давно не было. Вот так, быстренько, когда есть у нас дробовичок, почему бы и нет. Здесь нам не пройти, к сожалению. Даже, наверное, при помощи динамита. Ну да. Ладно. Так, еще один призрак. Ну давай, спускайся. Раз. Два. Три. Четыре усиленных выстрела дробовичка, и все на этом. Так, ракетница. Отлично. Броня. Давайте сюда посмотрим, что тут находится у нас. Не, ребята, пошли-ка вы нафиг отсюда. С этими лучше. С этими лучше не воевать. Я даже не знаю, стоит ли туда суваться. Так, летучие мыши уже достали, реально. Ну ладно, давайте все-таки проведаем, что там такое. Хотя не очень хочется. Ну давайте, выходите. Вот на суше они не очень опасны. Ну вот смотрите, их там три штуки еще. Попал, не попал, интересно. Похоже, что попал. Так, ну все на этом? Или еще будут? Ну там посох, кстати говоря. Только ради него. Так, а это что у нас такое? Патрончиков здесь нет, интересно. Ну нету вроде. Давайте нырнем сюда. Что тут у нас? Ничего, кроме решеточки и рыбешка.
Но, видимо, мы с другой стороны еще будем. Давайте заценим, что тут. Понятно. Мы с другой стороны просто пришли. Ладно. Ну тогда обратно пойдем. Жалко, что у нас весь дробовик ушел на этих рыболюдей. Немножко поджарил он меня, и без этого. Так, ну про это я совсем забыл, к сожалению. Давайте загрузимся. Про то, что я динамит выкидывал. Не хочется. Ладно, давайте с куклу Вуду походим. Летающие мыши. Они, по-моему, тоже могут дэмэдж наносить. Какой-то урон незначительный. Ох, паучок. Только я о нем задумался. Как бы, как же без него? Ну, давайте куклу Вуду. Почему нет? Слушайте, кукловод вообще без... не действует. Ну, нету оружия? Нет, есть какое-то. Какое-то есть оружие, и мы его возьмем. Справились с большим пауком. Осталось с его детенышами справиться. Так, очередное поместье. Перейдем меня, а? Ну, отлично, справились. Сколько у вас, ребята? Ну, вот этого я не ожидал. Ладно, если уж на то пошло, то держите. Зайдем мы в это домишко обязательно. Может, здесь ключик будет? Да, здесь ключик есть. Летающая мышь. Ну да, я ждал подобного прикола. Ну
Так, еще одна рука осталась. Еще две. Ой-ой-ой. Как нам человек написал, берегись рук. Ну да, самый-самый неприятный враг в игре это вот эти вот коварные руки. Очень бесячие. Очень бесили в детстве. Да сколько вас сюда накидал разработчик. Ой-ой-ой. Слушайте, их здесь просто огромное количество. Давайте, знаете, что сделаем. Ну, сколько осталось еще рук? Все или еще? Ну, все вроде бы. Ох, сколько паучков. Один почему-то в другую комнату зашел. Здесь патрона больше нет. Нет, здесь ничего нету. Ну да ладно, взяли ключик. Это уже хорошо. Видим толстячка. Даже двух. Ну, конечно, нам предлагают сплавать. Сплавать в сортир. Ну что ж. Почему бы и нет? Не, ну вы прикалываетесь, что ли? Судя по всему, не, ну слишком темно. Да, персонаж задыхается. Ладно, почему у нас нету костюмчика? Вот в чем вопрос. Ладно, давайте сохранимся. Еще раз попробуем. Очень неудобно передвигаться, если честно, под водой. Супер неудобно. Так, ладно. Возьмем автоматик. Ладно. Что бы такое взять-то? Ну, давайте возьмем. Это нелогично, конечно, в воде его использовать, но здесь это не штрафуется. Не, ну это безумие полнейшее. Просто полнейшее безумие, если честно. Еще и два паука огромных. По-хорошему. Давайте сохранимся, но по-хорошему. Слушайте, а там секретный уровень, кстати говоря. Ну ладно, давайте тогда
постараемся замочить. Четыре жизни осталось, слушайте. Мы, конечно, замочили. Вырвались из этого безумия. Нашли секретный уровень. Ну что ж, я даже не знаю. Ну так и же быть. Давайте возьмем остатки жизни. Пойдем мы в секретный уровень, конечно же. Что-то в последнее время много секретных уровней нам выдают. Давайте же заценим, почему нет. Секретов мало нашли. Здесь стопудняк был бы костюм, я уверен в этом, водолазный. Ладно. Давайте жизняру, товарищи, зомбаки. Как здесь музон прикольный. Расслабляющий такой. Но нам не дадут, наверное, расслабиться. Ну да. Ну не, ну вы прикалываетесь. Ладно, давайте так. Да что за безумие-то? Здесь аж две горгули. Я даже не знаю, нужно с ними мочиться. Как-то так бегать приходится. Супер жизнь, между прочим. Ну что ж, ладно. Жизнярой еще можно побороться. Такая музыка, конечно. Так, ну давай иди сюда. Ну это нам на руку, что она там застряла, если честно. Отлично. Возьмем дробовичок. Будем ли мы нырять сюда? Почему бы и нет? Ну да. Логично очень. Чувак, ты там как оказался? Я чуть не понял. Ладно. На часах полночь. На моих же часах давно за полночь. Сколько песиков? Так, толстяк, ты будешь мочить мирного интереса?
Нет, толстяку пофигу. Ладно, замочим мы его. Так, толстячок готов. Это по сути какой-то супермаркет, типа того, насколько я понимаю. Супермаркетов, конечно, еще не было. Ничего не открывается. Давайте сюда сходим. Смотрите. Сапожки. Отлично. Ну, прикольно, прикольно. Смотрите, сколько их тут. Готов. На стендах стоят. Так, ну давайте сюда зайдем. Не, ну еще одна гаргулья, ну сколько можно? Вы что-то прикалываетесь. Так, чувак. В принципе, пока не сложно, но... Потому что у нас кукла Вуду еще остается. Так, ну она... Допустим. Так, ручки. Ручка сваливается. Плохо то, что... Не, ну, конечно, ключ Гаргулья дала, но, слушайте, 9 здоровья. Классика начинается жанра. Так, где рука? У меня, по-моему, была аптечка. Так, руки почему-то сваливаются. Есть у меня аптечка или нет? Нет у меня аптечки, к сожалению. Смотрите. Прикол, конечно. Не помню такого, кстати, в Бладе. Подвешенного зомбака. Ну куда ты все время убегаешь-то? Давай, иди сюда. Такой вот супермаркет.
Так, ну там, кстати, песик. Я его видел. Готов, интересно? Ну, вроде бы как готов. Дайте уже здоровье, ребят. О, я вижу, кстати, супер жизнь. Главное туда пробраться. А, это еще и секрет. Слушайте, отлично. Опять, кстати, посох. Чуваки, ну надоели уже, реально. Отлично, допрыгнули мы. Одежка какая-то. Ну не, это подстава, ребят. Чё? Очень жесткая подстава. Так, а там песик. Ну, чё это за прикол? Это тоже прикол, ребят. Давай спускайся, а? Так, ладно, пока жизнь есть. Кассы. Так, ну и что это за секрет у нас? Где открывается? Ну, что-то я открыл, но непонятно что. Ладно. Идем дальше. Берем броню. Так, и теперь главное найти, собственно, дверь с ключом, которую мы подобрали. Разные магазинчики. Смотрите, какой прикол. Очень круто, смотрите, миниатюрка такая. Монахи, зомби, человек-рыба, супер-гаргулия, мим, который был в парке аттракционов. В первом эпизоде прикольный такой был уровень. Ну-ка. Не, ничего не скажет. Опять.
все здоровье, как всегда, потерял. Может, толстячки подкинут? Ну да, немножко подкинули. Немножко подкинули. Еще один толстяк остался. Так, это лифт. Ну, непонятно. Так, ну никаких дверей нету. Нужно дальше искать. Как всегда, что-то, наверное, упускаем. Ну вот он. Ответ на вопрос. Смотрите, сколько. Просто огромное количество зомбаков. Так, и толстячки. Армия толстячков. Слушайте, они друг друга мочат. Но мы им поможем. Собственно, выход. Отлично. Не, ну это жестко. Они как будто... меня уже ждали. Ну давай, выбегай. Жизняра. Толстячок. Не входить. А здесь у нас что? It's stuck. Закрыто. Ну, конечно, мы войдем. Почему бы и нет? Свалились куда не нужно. Да что ж такое-то? Что за прикол? Ладно, давайте заценим, что тут такое. Не совсем разборчивый шрифт. Один глаз. Ну, не совсем понимаю, что тут написано, если честно. В итоге мы свалились.
Идем дальше. А, сюда мы не пройдем. Так, ну ладно. It's stuck. Даже интересно, почему. Понятно еще, за что это отвечает конструкция. Ну что ж, немножко потупим в этом уровне. Что нам остается? Это не помогло. Ну, пока непонятно. It's stuck. Может, открывай. А, ну понятно. Слушайте, понятно. Вроде как. Это секретик у нас. По всей видимости. Ну да, смотрите. Мне просто приходится этим посохом воевать. Потому что больше в основном. Ничего нету. Бред заключается в том, что посох не берет. Руки. Ну ладно. Так, выбрались мы куда-то. Музыка, кстати, пропала. Хотя нет, приглушенно я ее слышу. Музыка из супермаркета. Так. Еще одна рука. Ну, не жалко, не жалко, в принципе, на нее использовать динамит, иначе нам не сдобровать. Так, отлично. Ну, где ты? Ну где он там? Минус. И тоже минус.
Но мы с другой стороны, кстати, обошли. Надпись «Выход». Дверь, в которую не могли попасть. Ладно. Отлично. Ну что ж, давайте на этом закончим прохождение данной части. Все-таки прикольно побывали на секретном уровне. Супермаркет. Достаточно было интересно. На мой взгляд, намного интереснее, чем предыдущий секретный уровень, где были катакомбы, которые особо ничем не запомнились. Подписывайтесь на канал, следите за новостями на канале. Всего доброго, любите игры не только новые, но и старенькие. Увидимся чуть-чуть позже. Пока-пока.